Ну. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде суися исполняй сокровища благих, и жизни подателю принесилисяны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Господи, благослови наши занятия, не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 46 по 50 стихи. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что... Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, но есть ищущий и судящий». Толкование. Они сами себя называли сынами Бога. Он говорит: если вы сыны Бога, вы, конечно, должны ненавидеть грешника. Если и меня, которого ненавидите, можете обличить во грехе, очевидно, ненавидите меня справедливо. Если же никто не может обличить явно, вы ненавидите меня за истину. Называли его самарянином, как нарушителя иудейских обычаев, например, субботнего покоя, так как самаряне не соблюдали в точности иудейского закона. А беснующимся называют его, может быть, подобно тому, как говорили, что он и бесов изгонял силою князя бесовского,
Лука 11:15. «Ибо все клеветавшие, что он изгонял бесов силой Вельзевула, говорили, что он имел в себе Вельзевулова беса, которым и совершал чудеса. А как он открывал их помыслы и пожелания, то, может быть, считали его беснующимся, и потому, что думали, будто тайные сердца их, открываемые ему, были бесы. Как же он чтит отца, ступая за него и не позволяя убийцам и лжецам называться сынами Спасителя истины?» Два слова с большой буквы. «Вы, говорит, бесчестите меня за то, что я чту отца моего, поносимого вами, так как вы клевещете, что он отец ваш. Но если я и не отмщаю за себя, а переношу обиды, вы не думаете, что эта обида останется без отмщения. Есть отец, который накажет за такую обиду, наносимую мне, потому что я вступаюсь за него и не позволяю вам называть самих себя сынами его». Вопросы? Так, нет вопросов. У меня, Игнатий Тихонович, вопрос. Здесь в толковании сказано, что... что грешников ненавидеть, это как бы справедливо. Есть мнение, что ненавидеть нужно грех, а грешников нужно любить. По этому поводу как-то растолкуйте. При мудрости Соломона написано: Бог никого не любит, кроме живущих с премудростью. Почему это забывают? Грешников Бог ненавидит, истребляет, топит, сжигает, и маленьких, и больших. Это люди придумали так говорить. Я вот что, тебе меня видно, нет? Видно. А вот-вот посылочка пришла, наверное, тебе этот микрофон прислали. Забери. Спаси Христос. Слава Христу. Ну вот и ответ весь. Это кто-то говорит, а за те слова зачем мы должны отвечать? А это говорят не по Слову Божию. По Слову Божию прямо написано. Господь истребляет, говорит. Читаем мы 15 глава Иеремии 6 стих. Вы отступили от меня, я покинул вас. Я устал миловать, устал миловать. И Господь во гневе истребляет целые народы. Но некоторые скажут, ну так это же Господь, а мы все-таки люди грешные, многогрешные, супергрешные, как обычно. Ну, вот. И еще попутный вопрос. Вот, псалмопевец Давид тоже пишет, по-моему, сотый псалом или 101-й сейчас. С утра буду истреблять нечестивцев. То есть он человек, а как истреблять нечестивцев? Что, прям убивать, что ли, он их собирался, или что? Убивать, убивать. Вот сейчас пришел материал большой. В Чечне объявлена тотальная война этим геям, лесбиянкам. Случайно как-то, если кто-то узнает это, чтобы не выпустить его, их там отдельно пытают, они исчезают. Они не знают, куда бежать сейчас. Я только сейчас закончил читать материал. У нас этого не было и не будет. Их с детства так воспитывают, что если у него это есть, он бесноватый. Его надо лечить кинжалом. Но мы-то христиане, у нас по-другому. На, ты впереди-то вопрос задал так, что относится к Богу. Ну а мы-то подражаем Богу. Если он, грешник, против меня идет, один вопрос. А другой говорит, что если он враг Божий, к нему и отношение такое, их и эпитимьей давят. Каноны есть такие, если они хулиганят, мирским властям предавать для наказания. Это уже новозаветная книга правил. Мирским властям, а сегодня заложил, предал, то есть преступники, страна гулаговская.
Почему в Японии никто не скажет, что заложил? Время положено после 9, чтобы была полная тишина. А как включают там разные радиолы, раньше были, гудит по улице. Полицейский идет по домам, разговаривает, он друг людей. А у вас как? Да вот маленько шумели тут что-то. А у вас сколько было? Да 5 минут 10. 5 минут. Все, он сразу идет туда. Было такое, не было? Штрафами задавят. У нас как, запрется милиция, полиция никак. А у них, где участковый там, открыто, полиция-то. И один полицейский сидит на улице. Ну, может, сделали ему там каютку, что проходящие минуты не тратили, быстро реагировали, что там неладно. Полиция – это уши. А у нас профессор, преподаватель юридического факультета, и говорит, я если вижу, говорит, идет милиционер, ну, раньше, я перехожу на другую сторону улицы. Вот теперь перемени это отношение к Богу наше. Если ты, написано, даже не приветствуй его, в злых делах его, не приветствуй, отойди. Правила сурово карают тех, которые изменяют Богу. Если ты знаешь, что он иудей, совращает, посчитай, сколько слов Иоанна Златоуста там. Кажется, 8 слов против иудеев. Что ни в коем разе не соглашайся с ними. Они научат тебя колдовать и чему угодно. Прямо просчитай один раз. О, он какой-то антисемит. Это Иоанн Златоуст. Он говорит об этом. Зачем тебе знать? Это у них свое идет. Они до своего края добирают. Противятся. Препятствуют нам говорить и дополняют, говорит, меру свою. Дополняют. Чашу гнева Божия. А потом Бог отправляет куда надо. А это придумали, как будто бы грех это какая-то медузная жидкость. Вот его ненавидеть, а человек... Так человек носитель греха, он неотделим от него. Вот все. Ну и в дополнение еще, как бы, вот, ну, люди говорят, ну а как, написано же, любите врагов, а вы грешников ненавидите, они же враги, а их... Ваших, ваших, добавляю, ваших написано, ваших. Он враг лично, мне, да. Враг у меня украл курицу и теленка. Я не должен его ненавидеть. Если своровал епископ, на епископа имею право подать жалобу. Жалобу только церковным властям, если он есть, церковный суд. А потом уже к мирским. Люди не знают никакие правила и играют этим. А сами варьё сплошное, сквернословы, нарушители всех заповедей. Сегодня только слушал одного священника, Константина, он там выступает, на Мариуполе, как-то его фамилия. Он говорит, ну на каждом шагу можно уловить. Вот проблема, проблема, проблема. Ну хоть бы раз посмотрел, что означает слово. В храме говорит, главное, чем сейчас у людей это три, это деньги там, ну начинает перечислять, на первом месте секс. Да нигде этого нету, что это главное. Главные вопросы сатана представил Христу. Искушение. Чудо, авторитет отсюда, надо рассуждать. Все. И Христос. Слава Иисусу. Продолжим. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 51 и 52 стих. Так, у кого-то микрофон. Никита Колесников ворвался. Микрофон, пожалуйста, брат, выключи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 51-52 стихи. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Толкование. Кто соблюдет мое слово, то есть с верою соединит и жизнь чистую, ибо тот только истинно соблюдает учение Господне, кто имеет и жизнь чистую. Такой не увидит смерти, которую умирают грешники, предаваемые в будущем веке бесконечному мучению и
отпадающие от истинной жизни. Вместе с сим дает им знать, что если соблюдающий слово мое не умирает, тем более я. Зачем же вы хотите убить меня, над которым смерть имеет так мало власти, что я даже и другим дарую истинную жизнь? Вопросы? Продолжим. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 53-55 стихи. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал: если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Толкование. Безумцы, не понимая, о какой смерти говорил Господь, что она не коснется верующих в Него, говорят Ему нечто безрассудное и безумное. Смотри, как они отвечают. Неужели ты больше отца нашего Авраама? Им следовало бы сказать: неужели ты больше Бога? Слушавшие Слово Божие умерли, а слушающие Твое не умрут. Ты недостойный ни одного слова, сын плотника, галилеянин, чем ты себя делаешь? Ни дела, ни истина, ни писание, но ты сам чем себя делаешь? Ибо ты сам присвояешь себе славу, а ныне вы сына его не почитаете. Очевидно, вы не признаете его отцом моим, но вы не признаете его и просто Богом, иначе вы боялись бы слов его как Бога. Ныне же вы решительно пренебрегаете им. Он постановил законом: не убий. Вы ищете убить меня, и притом тогда, как можете обличить меня во грехе. Отселе ясно, что вы совершенно не знаете его, а вы, преступники его заповедей, находитесь в плену, предаваясь злым похотям, жаждете убийства и многое другое, воспрещенное законом, совершаете... совершаете со страстью и тем ясно обнаруживаете, что не знаете его. Ибо если бы вы знали его, вы соблюдали бы слово его, то есть заповеди. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 56-59. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовал. А это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть. Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся
и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее. Толкование. Днем называет крест, ибо его прообразовал Авраам в принесении Исаака и заклании овна. Как тот нес дрова, так Господь нес крест. И как Исаак был оставлен, а заколот овен, так он, Бог, прибыл вне страдания, а пострадал человечеством и плотью, провидя сей день креста, как день всемирного спасения, Авраам возрадовался. Показывает и то, что он добровольно идет на страдания, так как хвалит того, кто радовался на кресте, ибо через него спасение вселенной. Иудеи не в силах, будучи возвыситься до смысла слов его, вместо того, чтобы спросить и узнать, о каком он говорит дне, который видел Авраам, еще более осмеивает его, будто бы он говорит что-то безрассудное. Тебе, говорят, нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Сказали так, думая, что Господу близ 50 лет, тогда как ему было около 33 лет. Отчего не сказали они, тебе нет еще 40 лет, но 50. Об этом и слишком бы и спрашивать. Может быть, они упомянули о 50 годах без определенной мысли. Однако же некоторые говорят, что они так сказали, потому что у них особенно чтился 50-й год, то есть юбилейный год, который рабов отпускали на свободу. Покупщики уступали свои приобретения и делали все иное, что относилось к чести. Что же Господь говорит? Прежде, нежели был Авраам, я есть. Смотри, не сказал прежде, нежели был Авраам, я был, но я есмь, ибо это изречение есмь свойственнее Богу, потому что означает бытие непрерывное и всегдашнее, как и Отец его в Ветхом Завете выразил на себе. Я есмь ты, сущий. Код 3.14. Об Аврааме, как тленном, прилично сказал был. Ибо что получило бытие, то и разрушается. А слово «есмь» указывает на свободу от всякого тления и на божественную вечность. Посему и они это изречение, как личное одному только Богу, приняли за хулу и взяли каменья на него. Но он опять со смирением скрывается, чтобы не умереть прежде определенного для его смерти времени. Как же скрывается? Он не спрятался в угол храма, не убег в домик, не прислонился к стене или за столб, но божескою властью сам себя сделал невидимым для наветников, хотя вышел и посреди них. И пошел далее, то есть пошел так просто до некоторого времени. А они бросают каменья в него. Посему-то он и оставляет их, как уже не способных к исправлению. Заметь, что каменья бросают те, о которых евангелист сказал, что они уверовали в него. Значит, вера их была не вера, но какое-то привременное и холодное расположение к речам Христова. Вопросы?
Ну вот у меня вопрос по последнему предложению толкования. Еще раз его зачитаю. Значит, их вера была не вера, ну, еще даже раньше. Заметь, что каменья бросают те, о которых евангелист сказал, что они уверовали в него. И далее. Значит, вера их была не вера, но какое-то привременное и холодное расположение к речам Христовым. Вот вопрос такой. Часто, ну, человек умер и спрашивает, ну, верующий нет был. И какое-то в глазах стеснение, ну, вроде не отрицал, вроде бы, вот как здесь сказано, было такое холодное расположение к речам Христовым, вроде, ну, мне не запрещал, вот, ну, а спрашивают, молиться за него, как не молиться, и вопрос вот такой вот, холодное расположение к речам, которое здесь сказано, что все равно камни в него бросали. То есть, что это за такое состояние человека, который вроде сегодня верит, а завтра бросает камни во Христа, ну или в христиан. И, или это не вера? Объясните, пожалуйста, что это за люди? Игнатий, встречались ли вы с таким? Пояснять-то что? Христос воскрес и, говорит, упрекал их за неверие. А когда Петр пришел туда, зашел, уверовал. Да после того, как уверовал, упрекал за неверие. Они уверовали, что его тела нету, украли. Другое, они, у них ничего не было. Идя в Эммаус, они говорили, а мы думали. Так и здесь. Вера какая? Холодное расположение. Но есть такое выражение, кто не против вас, тот за вас. Он не, если его не восстает, это значит, он промолчал даже, а это уже большинство. У нас вот давно ли это в Потеряевке было? Человек принимал крещение, причащался, а через неделю врагом сделался. Притом лютым врагом. Ну и что? Это психика человека. Как, знаете, к власти пришел, а стал диктатором. Его избирали-то не для этого, Юлиана Отступника-то. А смотри, он поднял какую бойню потом. Декия точно так же избрали. Они военачальники себя показали в борьбе. Там на войне хорошо. Их воины провозглашали. Ну и вот так и здесь. Они видели во Христе добрые слова его и поверили, что он не враждебный. А тут другое сказал, они сразу отошли. Вот мы считаем Евангелие от Иоанна, как раз проходили, 6 глава, там 66 стих. Кто не будет есть плоти? Ну, ну не поняли. Так нет, они враждебно были настроены. Вот сидели, только сейчас слушали. Вот мы считаем 3 главу Евангелия от Луки. И он говорит, время благоприятное, лето Господне. И все, написано, радовались словам из уст его. Больных исцеляет, и все согласились. Ну все, нормально, только надо было Христу до свидания и пошел. Нет. Он говорит, а почему во время, когда был голод у Илии, Господь-то послал Илью-то, чтобы прокормиться-то не к еврейке, ни к одной, а он прошел всю страну, а в Сарепту Сидонскую. Да прокаженных-то сколько было, но однако Елисей исцелил-то военачальника, враждебного Израилю. Это говорит, что вы хуже всех. Они мгновенно тут же схватили его и повели свергнуть его с вершины горы, на которой город стоял, холма. Но он, пройдя сквозь них, вот это сквозь них, непонятно, среди них удалился. Но они только сейчас хотели его сделать царем. А он говорит, вы искали меня, третий случай. Искали меня, потому что наелись. Ищите прежде всего духовной пищи. Вот только сейчас бы они, вот все, наступило лето Господне, благоприятно, это правильно. И тоже мгновенно убить его. Вот это и есть холодное расположение. Разум они приняли, а искренней веры-то нету. И все. Я тут вопроса никакого не вижу. Это на каждом шагу встречается. Рахиль, микрофон выключите. Рахиль, слышите меня?
Евангелие от Иоанна, 9 глава, 1 по 2 стихи. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“» Толкование. Господь уходит из храма, чтобы укротить сколько-нибудь гнев иудеев. Ибо как он мог согрешить прежде рождения своего? Апостолы, вероятно, не разделяли языческого суеверия о том, будто душа прежде соединения с телом живет в ином мире, и за грех как бы в наказание нисходит в тело. Будучи рыболовами, они ничего такого не могли слышать, ибо подобные мысли принадлежали мудрецам. Итак, вопрос кажется неразумным, но не для внимательного. «Ибо знай, апостолы слышали, как Христос сказал расслабленному: „Вот ты выздоровел, не греши же, чтобы не случилось с тобой чего хуже“» Евангелие от Иоанна 5:14. Теперь видят слепого и недоумевают, и как бы так говорят: «Положим, что тот расслаблен был за грехи, но что ты скажешь об этом? Он ли согрешил?» Но этого нельзя сказать, потому что он слеп от рождения. Или родители его? Нельзя этого сказать, потому что сына за отца не наказывают. Итак, апостолы в настоящем случае не столько спрашивают, сколько недоумевают. Слагать грехи отцов на детей, ни в чем не виноватых, несправедливо. Это внушает и Бог через Иезекииля: «Да не будет у вас больше поговорки этой: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Иезекииль 18:1-2. «А через Моисея постановил законом: „Да не умрет отец за сына“» Второзаконие 24:16 и Исход 34:7. Это приговор не всеобщий, сказанный не обо всех, а только о тех, которые вышли из Египта. Потом смотри и на смысл приговора. В нем не говорится, что дети наказываются за грехи, совершенные отцами, но что наказания за грех отцов переходят и на детей, когда дети совершали такие же грехи. Чтобы вышедшие из Египта не подумали, что они не будут наказаны тем же, чем отцы их, хотя бы согрешили и хуже их, говорит им: «Нет, не так. Грехи отцов, то есть наказания, перейдут и на вас, потому что вы не сделали с лучшими, но совершили грехи такие же и даже худшие». Если видим, что нередко и дети умирают в наказание родителям, то знаем, что Бог берет их из здешней жизни по человеколюбию, чтобы в жизни не делались хуже родителей и прожили на зло своей душе или даже многих других. Но бездна судеб Божиих сокрыла эти случаи самой себе. Вопросы? Ну вот вопрос такой: часто, да, вот трагедия произошла недавно в Кемерово, погибли дети. И вопросы тоже: за что, где Бог, почему невинные дети погибли, в чем они согрешили? За что их Бог наказал? Вот. Как вот им ответить, Игнатий Тихонович? А почему наказал? Написано в царском семействе, один только мальчик 12 лет был, он умер, потому что Бог усмотрел о нем лучшее. Есть вечность.
И поэтому, чтобы он не развратился, он его восхитил прежде времени, то есть взял. Об этом мы считаем и 3-я, 5-я глава «Премудрости Соломона». А люди, говорит, даже не подумали об этом и осудили его. Но будет время, когда все воскреснут, и тогда как он прещен к сынам Божиим? Тот, который жил в поношении, в нищете, как? И вот тогда его сияет, и видно будет, кто какой есть. Наказал Бог или не наказал, мы этого тоже не знаем. Мы откуда знаем, кем бы эти люди были? Ничего не известно. Вечность откроет. Да, вот так. Так что и отвечать надо с прицелом на вечность. А других бывает так, что вразумить, они застряли на одном месте, а теперь охают и ахают. А с ними уже легче разговаривать. Почему так случилось? Бог, во-первых, знает, а мы не знаем. А второе, ты потерял, теперь скорбишь, скорбишь, более чувствительный будешь. Ребенку-то время-то совсем никакого. Да ладно еще там как-то, а то бывает от собственной руки погибнет. Ребенок не слушается, она одна. Ну, отца-то нету. Ребенок там 4 года, он шмык там под кровать-то далеко-то. Она разулась только, ты опять тут делал и сняла туфели-то как под кровать-то ему. Пульнула туда, ну и пошла на кухню. Ну ладно, вылазь. Нет еще. Она туда, он мертвый уже лежит. Она прямо каблуком в висок попала ему. Вот представь ее состояние. Какое? Она теперь понимает, что это. Вот я останавливаюсь в Смоленский район. В библиотеку мы приехали, там книги везде развозим. А мне говорят, вот эта вот женщина, она хорошие вопросы задает, сама печальная такая. У нее, говорит, девочка была как ангел. Ну до того хорошая, спокойная. Ну мать решила ей уважить, купила велосипед. Она на велосипеде из-за ограды-то как размахнулась, девчонка-то. А время, в это время машина едет, она прям под машину влетела. Ну, теперь ее нету. Но она слушала, эта женщина, лучше всех. У нее такие вопросы, прямо спасительные. А другие, которые ей сочувствовали, тут уговаривали, Света, Света, у них этого нету. А она всем сердцем приняла все, что говорилось. Так что тут многогранно надо смотреть. Человек никогда не знал Бога, ни одного слова. Но вот война, попал в плен. Я, говорит, там стал впервые молиться. Вот сидит арестованный Ежов Николай Иванович. Сколько на его совести-то? Ну и у него там кто-то пришел, там следователь или кто, он говорит, а все же Бог есть. Я ли Сталину не старался угодить? Кого надо расстрелять, я всех расстреливал, даже больше того. А теперь сам сижу, жду расстрела. Значит, Бог есть, он видел. Другой я беру из литературы. Ну, случилось так, говорю, деревни-то начали раскулачивать. А мы, говорит, а комсомольцы-то в окна подглядывают, так мы в простенке между окнами свет не включаем и сидим, чтобы не видели-то. Ну, что делать, с голоду вымирают-то. Ну и я, говорит, взял его с собой, меньшего брата-то. И в город Алма-Ата приехали, гляжу, говорит, ночь наступает, а там около котла сидят. А вы, ребята, вы кто будете? Да кто? Варьё одно собралось. Возьмите моего братишку-то, с голоду погибаем, научите его воровать. А сам как-то устроился. Взяли в армию. Ну и проходит какое-то время, а родители-то раскулачили. Он его вызывает, и он Кузнецов, комсомолец, там... Командир пулеметного расчета явился по вашему приказанию. Он посмотрел на меня, полковник, как рукой, говорит, хлопнул по столу. Контра! Пробрался в советскую армию красную. Вон отсюда! Мне, говорит, волчий билет дали, не устроится ничего. А я-то при чем, говорит, я старался. Ну, узнали, ты кулацкая сволочь. Скрылся здесь. Но когда, говорит, я сидел уже там 5-й год или какой, в это время кто-то пришел, говорит, ты слышал, говорит, репрессии начались. Стали военных командиров брать. Да ты что? А ты где служил там? О, его забрали, говорит. Забрали, расстреляли. Я, говорит, первый раз, говорит, широко перекрестился. И сказал, есть Бог. Ты долго, Боже, терпишь, но крепко бьешь. То есть он припомнил, что он над ним изгалялся. Я впервые, говорит, широко перекрестился. Вот и все. Так человек в храм не ходил, а теперь не вылазит. А тот... Есть такой даже роман Бондарева «Берег».
когда ребенок погиб. Погиб тоже. Он остановилась, она зашла в храм, а когда вышла, говорит, Платоша наш жив. Жив. Священник ей там что-то сказал, что он живой, никуда не делся, ребенок только в другом мире находится-то. И она сразу нашла упокоение. Эти люди в храм не ходили. А сейчас они пошли, отпевают и прочее. Так что даже люди утонули все. Златоуст говорит, какая милость Божия. В воде утонули. Самая легкая смерть в воде. Даже в этом видеть милость. Так и здесь. Мы должны сказать, Бог дал, Бог взял. Как у Иова. 10 детей погибло его, не чужих. Вот так, так и надо рассматривать, показать на вечность. Тогда и вопросы все отпадают. Не знаем, но ты доверься Богу. Я недавно смотрел в интернете, у них интересно, в машине ехали, и, кажется, два мальчика и одна девочка. Ну, там, у них было там 3-5 лет, кажется, и 7. И все погибли. Ну, пришли так, а им кто там, священнослужитель, кто говорит, ну, молитесь, Бог усмотрит, печаль утишит. И она родила тройню. Тройню родила, и опять так же назвала их. И, главное, лицами фотографии стоят похожие, как будто те же самые. Вот как бывает, Бог чудо делает. Поэтому этим людям сказать, доверься Богу, не ропщи и не вопрошай. Смотрите, чтобы с вами хуже не было, если не покаетесь. Все, отошел. Спаси Христос. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 3 по 5 стихи. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Толкование. Скажешь, что света лишен, и какой-то вред от того, и какой вред от того, что лишен чувственного света. Напротив, он более благодетельствован. Ибо вместе со зрением телесным он прозрел и очами душевными. Слепота послужила ему на добро, так как через исцеление от нее он познал истинное солнце правды. Итак, слепец этот не обижен, а облагодетельствован. Потом всякий, занимающийся Словом Божиим, должен знать, что частицы для того, чтобы, нередко употребляются в Писании для обозначения не причины, а самого события. Бог дал язычникам знания не для того, чтобы они, согрешая, были безответны, но для того, чтобы они не грешили. А как они грешили, то вследствие сего знания сделало их безответными. Выражением «для того, чтобы явились дела Божии» указывается не причина, а следствие. Ибо через исцеление слепого прославился Бог. Мне должно делать их, пока есть день, пока длится настоящая жизнь, и люди могут веровать в меня. Потом наступит ночь, когда никто не может делать, то есть веровать, ибо делом называет веру. Итак, в будущем веке никто не может веровать. Настоящая жизнь есть день, потому что мы в течение ее, как днем, можем делать. Хотя апостол Павел называет ее ночью, частью потому, что здесь неизвестны совершающие добродетели или порок, и частью по сравнению со светом, который озарит праведника. Будущий век есть ночь, потому что там никто не может делать. Хотя апостол Павел называет его днем, потому что праведные явятся во свете и откроются дела каждому. Итак, в будущем веке нет веры, но все будут повиноваться, желающие и нежелающие. Доколе я в мире, я свет миру,
ибо учением и явлением чудес просвещаю души. Вопросы. Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 6 по 7 стихи. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепого. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Толкование. Одни слова, что создал Адама я, могли показаться соблазнительными для слушателей, но когда слова подтверждаются делом, не оставалось уже повода к соблазну. Устрояет глаза и брение, употребляя тот же способ творчества, каким сотворил и Адама. Не только устроил глаза и открыл их, но одарил зрением, а это показывало, что он вдохнул и душу в Адама. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 8 по 11 стихи. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силоам, умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Толкование. Соседи, пораженные необычайностью чуда, не верили. Хотя шествие его на Силоам с глазами, помазанными брением, для того и было, чтобы многие увидели его и потом не отреклись бы незнанием, однако же и теперь не верят. Евангелист не без намерения намечает, что он просил милости, но чтобы показать неизреченное человеколюбие Господа в том, что он снисходил и к бедным, что он с большим попечением врачевал и нищих, а отсюда и мы научились бы не презирать своих меньших братьев, а слепец, не стыдясь прежнего убожества, не боясь народа, открыто говорит: «Это я», проповедует благодетеля и говорит: «Человек, называемый Иисус». Называет Господа человеком, потому что доселе еще ничего не знал о нем, а что теперь узнал, то и исповедует. Откуда же знает, что это Иисус? Из разговора его с учениками. Ученики спрашивали Господа о нем. Вопросы. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 12 по 16 стихи. Тогда сказали ему: «Где он?» Христос. Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Просили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними
распре. Толкование. Евангелист замечает, что была суббота, чтобы показать злобу их, как они ловят всякий случай против Христа, обвиняют его в нарушении субботы и тем покушаются затемнить чудо. Посему не спрашивают его, как ты прозрел, но как он отверз тебе очи, во всем клевеща на Господа, как действовавшего в субботу. Заставляют самого слепого припомнить, что он сделал брение именно в субботу. Достойно замечания смелость слепца, что он безбоязненно ведет речь с фарисеями. Его привели с тем, чтобы он, пораженный страхом, отверг действительность исцеления. А он очень ясно возглашает: «Я вижу». Из фарисеев некоторые, не все, а более дерзкие, говорили: «Не от Бога этот человек». А другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса? Видишь ли, под влиянием чудес многие смягчаются». Вот эти люди, фарисеи, начальники, однако же вследствие сего чуда пристыжаются и несколько защищают. И была между ними распря. Распря это прежде проходило в народе, ибо одни говорили, что он обольщает народ, а другие, что он добр. Евангелие от Иоанна 7:12-43. А теперь начинается и между начальниками. И вот многие фарисеи, отделившись от прочих, защищают чудо. Хорошо иногда бывает и разделение, как и Господь говорил: «Я пришел принести на землю меч». Матфея 10:34. То есть, без сомнения, разногласия из-за добра и благочестия. Вопросы? Ну вот о разделении хотелось бы спросить, что не всякое соединение есть благо, и не всякое разделение есть зло. Так можно понимать, коли вот между фарисеями была распря, ну распря это слово как бы нам синоним, ну, что-то нехорошее. Ну, а здесь толкователь говорит, что все-таки даже из начальников некоторые уверовали во Христа. И Господь принес не мир, но меч. Вот. И в наш адрес-то тоже часто из-за нашей общины распря в народе. И даже среди архиереев и книжников и фарисеев сегодняшних. И наш митрополит благосклонен к нам, а тот, кто был, наоборот, клеймил-то. Видите, как все повторяется. Прокомментируйте, Игнатий Тихонович. А комментировать-то как раз и запрещает Златоуст. Ты прими, говорит, как есть. Вот у меня сколько запросов каждый день. Ну, много роликов-то, 10 400 роликов-то. Я ни на один не отвечаю. А может, отвечу, где спрашивает, когда конкретно там о крещении или о книгах. А остальное меня не касается. Ну, он говорит столько. Видно, не туда забрел. Какой с ним разговор? И время тратить не надо. Мы определенно знаем. Если мы молимся, все по воле Божьей. А гонят – это благо. Блаженны вы, когда будут гнать вас. Ничего тут. А вот почему? Да не почему, потому что Бог любит. Кого люблю, того наказываю. Ответ-то для нас дан. Для неверующего – да, он не знает. Для него беда. А у нас все очень просто. Все сотворил Бог. А почему так? Почему воробей должен быть серенький такой, а другая птица красивая? Так можно вопросы задавать бесконечно. Почему лук горький, а полезный? А другое растение сладкое, ничего толку нету. Этих вопросов тьма, они тебе не нужны. Ты одно, слава тебе, Боже наш, хорошо, что я еще не понимаю. Всей глубины, всей тайны. Вот это... Об этом говорят. И ты не любопытствуй, не узнавай. Я материал на днях посылал. Почему насчитываем 18 книг, о которых упоминается в Библии,
упоминается название книг, там, книга Брани, из книги взята Апокалипсис Исаия, а нигде больше нету. Ответ дается в 36 главе Иеремии. Ему не нравилось царю Сидекии, ну, у него имя было Иоаким. Он сидел и ножичком отрезал, и в жаровню бросал, а он писал, пергамент, деньги строит. Но Господь сказал ему, напиши то же самое и добавь еще и вот это. А участь этого царя была печальная. Вот узнали один раз, и больше никогда не спрашивай. Написано, не испытывай. Ну, это написано, один, когда случилось военачальник, Фока звать, Фока. А в стране был хороший царь Маврикий. И он восстал, захватил власть, как вот Ленин в Смольный, сел в чужое кресло. Убил у него жену, детей и самого казнил. И такую власть установил, везде одна коррупция, ну, ужас один. И вот один в пустыне молился, за что, Господи, за какие грехи? Бог не отвечал ему долго, а потом заговорил. Я долго искал, кого вам поставить в начальники вместо царя, и нашел только Сталина, чтобы мозги вам вправил. Я бы нашел хуже, но не нашлось, Бог говорит. Не нашлось. Поэтому Фоку вам поставил. А ты больше не искушайся, Богу такие вопросы не задавай. Весь ответ. Ты праведник, все, не искушайся. Зачем искушаешься? Ты доверься Богу. Другого были недостойны. Не поняли, остались живые, Гитлера Бог родил. Не поняли это, Труман по башке атомной бомбой треснет. Ты доверься Богу и скажи, как Богу угодно. Я ничего не знаю, чего просить не знаю. Не просить наказания, без страданий не спасешься. Поэтому да будет воля твоя святая. Нужно научиться не искать ответа на эти вопросы. Зато прямо говорит, научитесь не задавать вопросы. Научитесь. Задавать там, где касается меня, спасения моего. Что делать? А сейчас вот у нас вот развило с тема, что можно нет разводиться, да вот... Под разным, я посмотрел, какая концепция принята патриархией, может, по каким причинам. А вот женат, то написано при живом муже, почему ни разу не привели? Если при живом, не изменяет, он и изменяет, нет, при живом муже. Его прелюбодеяние или ее дает право развестись, но остаться таковым до смерти своей, или пока она не умрет. У Достоевского написано, она спуталась, ушла с каким-то студентом, на чердаке жила. А ему не жениться ничего. Ну, она живая, жена-то, он ее не видит даже. Наконец сообщили, она там замерзла где-то. Ну, как бомж-то. Так он, говорит, бежал по городу и кричал, ныне отпущаешь раба твоего. Это хорошо, ярмарка суеты у Яна Амоса Каменского написано. Вот только умрет человек, ну, казалось бы, ну, мозги-то ему баба-то вправила. Ничуть не бывало. Он идет на площадь и опять ищет. А потом их сажает, говорит, и начинает взвешивать, у кого больше соплей. Вот ответ. А это пишет отец мировой педагогики. А человек-то сковывается наручниками, за собой волоком тащит, она не идет. Настоящая, чтобы жена была, ее надо воспитать. Она вздумала, схватила ребенка, убежала к родителям. Моя мать так сделала, со старшим, меня еще не было. Ночью, говорит, прибежала, там Тихон что-то буянит-то. А он, говорит, нашла, говорит, молодца, без отца, любимого отца. И дед мой, ее отец не пустил ее домой. Говорит, я пришла домой, успокоилась, и думаю, как родители умно делают. Надо научиться во всем видеть. А отец рассердился, говорит, как отомстить-то что, а драться-то нельзя. Он пошел, две грядки морковки вырвал и выбросил. Морковка. А деда, как бы конь был, говорит, попутно сказать, с горы разнес, но там все разбил. Он, а ругаться-то нельзя. Так он его остановил, когда коня, а давай ему ухо кусать. Ухо жеребцу этому. Но люди не дрались ничего, ну а гнев отвел их. Царство им небесное. Так что не задавай вопрос. Нет ответа. Так Бог допустил, а это сокрытая его тайна. Все. Спаси Христос. Час Слава прошел. Иисус. Любой может задавать вопросы, и спрашивать не надо, можно или нет задать вопросы. С этого момента не задавайте, время не тратьте. Место выкрикивайте, и все. Кто первый, тот получит миру.
Вопрос, там получается от Матфея, 5 глава, 19 стих, там в последнем предложении, вот тут, «малейшим наречется в Царстве Небесном», и толкование идет. «Кто сам не исполняет заповеди и учит других, не имея дел, в воскресенье окажется последним и будет брошен в гену». То есть в самих словах написано, что «наречется в Царстве Небесном», а в толковании там написано, что в гену брошен. Да как? Пришествие Христа, Рустам, пришествие Христа, да. Это и называется царство. Христос царь. А. И во время его пришествия страшного суда такой назовется малейшим, то есть негоднейшим. Кто одной из заповедей малейших? Малейшими названы 9 блаженств. То есть они юнейшие, самые молодые заповеди, впервые. Те-то заповеди, десятисловия, это уже давно известны были. И вот во время пришествия Христа, ну, допустим, человек нарушил заповедь, блаженны плачущие, а он не блаженны плачущие, а прохохотал всю жизнь-то. Какое спасение-то? Горе смеющимся ныне. Или блаженны нищие духом, это малейшая заповедь. Тоже ее не выполнит. Хоть одну не выполни, уже не войдешь. И толковать не... Но с этим толкованием так трудно соглашается, кто застрял. Вот уличный проповедник есть Алексей. Я с ним беседовал. Я ему сказал, он мгновенно против меня поднялся. Почему? Еретик. Хороший, хороший еретик. И он никого не признает. Ни к баптистам, ни к адвентистам, сам себе. И таких сватов разных-то, их море. Он никому не подчиняется. И... Никаких заповедей. То есть он останавливается... по каким-то качествам подбирает их таких, ну, а дальше они расходятся. Ну, он что, думаешь, там Ильин долго у него будет? Нет, конечно. Нет, он. Но здесь его задели, он выскочил сразу. Одно слово там по словарю найдут и начинает неправильный перевод. Да что ты? 4 духовные академии переводили с великолепными знаниями. И... Митрополит Филарет из Синода, один из присутственных дней в месяц, брали на проверку поступающих глав перевода. А это по словарю ищет-то. Да слово-то сколько разных значений. Да надо смотреть, как это слово понимали святые отцы. К примеру, перед Златоустом перед глазами лежало 4 перевода на греческом. И он из каждого брал полезное. Это что ты можешь сказать-то? Вот начинает, прости Господи, показывать себя такими уж грамотеями, как это перевели Новый Завет, там, свидетели сторожевой башни-то. А на них подали в суд, и в суде 6 человек предстали, переводчики. 5 не могли перевести ни одного слова еврейского. Ну, по выбору брали-то. А один говорит, одно предложение только что ли там наполовину перевел. Я сам переводчиком переводил офицерам военные тексты, все делал-то. Но я всегда говорил, знания мои ограниченные, мизерные. Хотя я проповедь в немецком собрании на немецком языке говорил. А что осталось-то? Но в то время я знал, с англичанами беседовал. Но на самом деле я всегда знал, мои знания очень и очень маленькие. Как-то коснулась тема религиозная, я и слов этих не знаю. А потом... Поэтому надо не возноситься сильно-то. Толкование. Какое ты толкование дашь? Малейший. Все. Примет. Другого толкования нету. Никакого тысячелетия царства не будет. Оно идет. Вот. Почем определяются сектанты? Начинают умничать. Глупости все это. Отошел. Спасибо, Господи. Игнат Тихонович, я вот слышал и читал, что Иоанн Златоуст, он проповеди, ну, проповедовал там и подолгу проповедовал, и писцы сидели, не один писец, а несколько, и они записывали. Вот. А вы говорите, что вот он сидел за книгами и писал. Вот как это, что это? Ничего нету в этом. Писал, но не по ним не считал, он записывал, потому что иначе бы ушло. Какое место писания? Симфонии не было, он его записывает. Он Златоуст фактически в то время был первый, который говорил, написано без записи. Прямо говорил. Я вот сегодня посмотрел, ну, мне просто это необходимо знать, как хоронили Билли Грэйма. Это главный баптист. В 20-м столетии самый известный проповедник был. Масон.
последних ступеней, наверное. И как его хоронили, в Белый дом завозили, и как этот ящик стоял, ну ящик, не наш гроб-то, и как они подходят, руки положили. Все масонское. Все, и одежды, и как люди, я-то их признаки все знаю, ну, которые известные. Ну и вот, масон он был, а масон против церкви, значит, был. Он говорил, да верьте, хоть все уверьте, но если он не в церкви, какая польза-то ему? Вне церкви нет спасения, это определенно, 2.47 Деяния апостолов. И вот как они долго, больше часа этот ролик идет, я больше часа сидел и смотрел и слушал. Какие люди. Особенно девчонка одна рядом, лет 6 была. Она стояла прям в первом ряду около матери. И 6 раз она позевала, рот не прикрывала. Ну, рот раскрывала, как бегемот. До того интересно. И другие дальше, они масоны между собой переговариваются, ни одного слова нигде отключается. А что отключаетесь-то? Они приветствуют, у них свои знаки. Вот, пожалуйста, баптист говорил о Христе. Скольких людей он испортил, куда увел? 99 лет жил. Билли Грэм, да его правильно Грэм или Грэхэм, а в другом месте Грагом, его никак, по-русски-то не знаешь, ну, общепринято Грэм, видимо. И фильм поставили, какой он был молодой, вот все это. И думаешь, все на той стороне, и стоят люди, много людей, много, Трамп выступает, и все до одного, все, видимо, главные у них проповедники, его там остались ученики, доктора богословия, все до одного говорят по бумажке. Все. И Трамп тоже. Ну, только бумажку не сам положил, а ему положили. И? А почему они по бумажке-то все до одного говорят-то? Руки дрожат или что? А там не видно печального лица ни одного. Тоже смеются, разговаривают. Но это надо иметь дар, талант. Почему? Готовились, и Григорий Богослов. Но кроме Златоуста никого не было. Он прямо выходил и говорил. Там уже дальше видно было. Что у него с собой было, не знаю. Я во время проповеди тоже бумажку брал, но в нее не смотрел. Указывал только места Писания, чтобы не ошибиться, точно назвать главы стихи. Вот сколько? Бывает 30 больше мест Писания. Я просто их выписывал. Но иногда глава стих, а дальше ничего нету. Я на память говорил проповедь. То есть я не считал проповеди, а их проповедей тысячи. Тысячи. Какие уж они. Я примерно посчитал, сколько букв Иоанна Златоуста проповеди было у меня. У меня проповедь была в среднем 28-30 минут, а у него примерно 35. Если я посчитал, сколько букв, как произносить, ну, это все условно. Ну все-таки примерно. С какой скоростью он говорил? Тоже непонятно. Другой букву за буквы тянет, вот как у нас Сергей начнет, а вот так-то сказал. Потому. И как Ярл Пести говорит, и потому сказал Господь Бог, покайтесь, иначе погублю. Вот я насчитывал очень много, поэтому как считать? Надо что-то взять среднее, и не быстро, и не медленно. И интонацию соблюдать. Это тоже искусство. Немножко как бы не о том, но смысл о том. Все. Порой бывает, что когда Сергей читает медленно, как робот Вертер, в «Гости из будущего» такой фильм есть, вот, и не воспринимается, не, вот как бы мы в обычной жизни говорим, вот, ну, на обычной, нам так скорость, она привычная для нас, а когда мы замедляем, все, уже мозг начинает как-то пробуксовывать, и смысл не можешь уловить, вот такой ну, вот понимаешь, есть. Это опыт. Вот Яхонтов как считает стихи? Иосиф Бродский свои стихи считает. Есенин как считал. Сколько там экспрессии-то, а ничего и нету. Сергей, надо, я ему говорил об этом, где приостановиться, где немножко. Они каждое слово, а слово, это, предложение бывает 5 слов, и он все в растяжку говорит, замедлит опять. Оно уже-то уходит и не воспринимается. Ну вот, пока еще бывает. Сейчас как-то меньше у него стало. Дай-ка это... Не слышит он, а если услышит, он нас задавит тогда. Что судим его. Виталий, а ты понял ответ-то, Игнатий, на свой вопрос?
Ну, я понял, что он, может, что-то с собой имел, какие-то действительно цитаты там или что. Вкратце тебе поясню, когда он занимался, он сам записывал. А когда говорил устную проповедь, за него писали эти писцы. Их называли нотарии. Нотарии. Они писали, и только выходили из храма, и у них сразу их покупали. Покупали. Ну, конечно, если он быстро говорил, то... Вот когда допрашивали на Нюрнбергском процессе, самый трудный перевод с немецкого, потому что у них смысловой глагол стоит в конце предложения. Вот у русских. Я тогда сказал так-то. А в немецком языке «гешпрехен» ты в конце только. «Вар» или «вур», что там у него было? Когда? А непонятно, что обедал он или говорил. Поэтому говорит, какой-то там отдельно был. Ну, свой там, Шилленберг какой-то. И как он говорил, это медленно было, и успевали все переводчики переводить. Это большие знания надо. С английского легко переводить. А в немецком он бывает дополнительно, сложные два каких глагола, соединенные вместе. И в конце предложения только можно смысловое уже понятно. То ли ел, то ли пил. И Златоуст это все, конечно, учитывал. Он писал, и потом выходил, и нотарии продавали. Это стоило дорого. В момент, когда ему надо было говорить, закрывались, говорит, базары, магазины, и люди бегом бежали, чтобы и послушать его проповедь. Почему? Она хватала буквально. Сегодняшнее положение. Ну, там был такой у них евнух Евтропий. Он преследовал христиан, евнух. А он был как... Ну, правая рука, как Немцов, около престола толокся. Вот. А потом он провинился, его стали искать убить. И он понял, его хоть где найдут. Так он прибежал к Златоусту, он его в алтаре там под престолом, что ли, спрятал. И встал и не запустил. А на двор-то надо, так он его под ризой шел и водил его. Вот, говорит, как Господь сделал, который гнал церковь, ну, восставал. А теперь в церковь прибежал искать спасение. А он в это время за него ходатайствовал. Видишь, все на пользу пошло, и в тропе, может быть, спасся. Но пакости творил он немалое для церкви. А за того, что он первый, получивший такое прозвище. Он из самого ничтожного извлекал. Вот он приготовился говорить проповедь, ну, определенно, там, 15 глава Луки. Идет, а в это время нищий, посиневший, калека, рука скрюченная, да, есть, я два дня не ел. Два дня не ел-то. Златоуст ту проповедь не стал говорить. Как вошел в храм и сразу начал говорить, какие мы христиане. Как об этом пишет патриарх Геннадий. Ты лежишь на постельке, на своей укрылся, а он лежит под забором, на него вода течет с крыш. И он кричит в ночи еще, четвертый день во рту крошки не было. Да какие же мы христиане? Иоанн Милостивый каждый день кормил до 1500 человек. Это невероятно. Ну, конечно, и средства люди давали, как Яну Кронштадтскому. Вот ведь дело-то какое. Игнат Тихонович, а правда, что рукоплескали там в храме? Да, я вот правда, не, ну как... правда, правда. Было такое, что и ногами, он говорит, что как лошади топчетесь-то. Разговорами своими понавезли кучи навоза. Я не вижу людей, вижу жеребцов и свиней. Это его слова. Он крошил на мелкое, а которые другие, это там вот, там Билли и Грэм, другие, это они никогда не трогали существующую власть. Он масон. Ему сказали, или ты делаешь все как надо, или умрешь. И он, видишь, до 99 лет дожил. Иллюминант, самый настоящий был. По нему и определяют все баптисты. Это все ересь. Промасоненное все насквозь. Говорят. Не просто говорят, это так и есть. Мне не нужны ваши рукоплескания. Он говорил им, а вы исполняйте, что я сказал. Иногда изречения у него настолько были изящные в словесности, что люди их тут же брали как пословицы. Это надо услышать было примерно, как он выглядел. Зело худ опасно. Большая голова на тонкой шее. Описывает его, как он выглядел. Да, говорил проповедь, да, трогало. И у него такие необычные были изречения. Но я все 12 томов насчитывал, составлял симфонию по Златоусту. Так нас называл и настоятель секта златоустовцев. И мы настаивали, что были проповеди.
Ну, вы в стиле Иоанна Златоуста у вас проповеди проходят, Игнат Ну, Тихонович. вот так меня и прозвали, и фильм поставили «Златоуст из Потеряевки». А какой я Златоуст? Так только, насмешка одна. Ну, Златоустом я пропитан был, это понятно. Я не просто говорил, я запоминал, и запоминал, и мог говорить проповедь, повторяя его. А мне свое-то не всегда удается так красочно сказать. Ну, Сергей что-то задумался. Давай, вопросы. Еще нету. А что с рукой у вас? Давай, давай, Елена. Что с рукой у вас случилось? А, с рукой. Да вот не вовремя-то. Надо мне в четверг, то есть завтра, идти мыться. А вчера я руку поранил. Поранил по глупости. Второй раз в жизни так. Ногти стричь начал на ногах, а нож если держу и за конец и за эту руку. Надо было перчатку надеть. А я начал так давить-то, как щипцы. Ну, трудно-то. Надо было после бани там или как-то. А я нажал. И она как простригла и сразу захватила у меня ладонь и отстригла там эту. Там маленько осталось только кусок кожи. Вот я замотали с Володей, это, чтобы не соскакивал, я перчатку надел. Ну, как будто не стучит. Это так же самое дорогой повредил один раз. Ну, вот, не знаю, как завтра. Если найдут большую резиновую. И там, я не знаю, на этой видать или нет, на ней у меня надпись. И, наверное, да, вам... да, красивая у вас надпись. Перчатка там. А что написано? Да. Что написано? Не знаю, что там. Охрана. Охраняй. А, охрана, я думала по-английски. Охрана. Я говорю, охрана, это значит, ох, рана. А, да-да. Надо маленький телек как-то поставить чем-нибудь-то. Ох, рана. Ох, точно. Ой. Я говорю, Володя, пришей мне. Мне понравилось. Я люблю российский флаг. Он единственный за всю мировую историю. Вне религиозный. То есть никакой религии не принадлежит определенно. Согласно Библии, вневременный, вненациональный. Все рождаются в крови, нижняя полоса. Второе, все задумываются должны о небе. И третье, всех ждет великий белый престол. Это я на молитве получил такое. И теперь, где бы ни выступал, в милиции, везде я вел занятия, и по-другому никто не толкует. Да вот у французов там было, в парижскую, да она стояла вертикально. А это именно идет кверху. Родился, как Мицкевич говорит, поэт польский-то. Вся земля пропитана от коры до центра кровью. Буддисты, мусульмане, все рождаются с кровью. И в крови вся жизнь проходит. Второе – о небе. И все толкуют о небе. Правильно, неправильно, но говорят. А уж белый престол, это мы считаем в откровении. Тут разницы нету. Определенно говорится. Нигде не говорится, что великий белый престол. Это третье, последнее. Первое, значит, что? Просительное. Ребенка выпрашивают, когда рождается. Получается, третье. Посвяти его Богу, как 93-й год, статья у Виктора, книга Виктора Гюго. Когда он говорит, для чего человек живет, он говорит, вначале человек передается, ну, матери в руки родила, а потом она его передает отцу, а потом он служит империи там своей. Он говорит, а почему ты о Боге ничего не сказал? Потому что родила от Бога, и муж-то от Бога, и он передает его в церковь и Богу. Это то же самое, что трехколор, триколор, три цвета кола. Вот какой наш российский флаг. Это проповедь. Всемирная проповедь покаяния и спасения. Такого флага не было ни у кого и никогда не будет. Это особая милость к Богу. Даже флагом проповедуется жизнь вечная. Это у меня, но тут и есть. Ну вот еще на одежде. На одежде тоже есть флаги и кепки. Вот мы тоже одеваем и ходим. Кто знает, тот понимает наш флаг. Так, что-то вы витали там. Игнатий Тихонович, когда вам можно будет позвонить по скайпу?
По скайпу. Ну, сейчас как кончим, и минут через, ну, 5-10 зазвони. Хорошо. Так, ну что, все, наверное, нет? Еще? А в воскресенье будет занятие же, да? Ну, давай, или давай, нет? Валентина. А у меня тоже по поводу занятия вопрос. В пятницу будет занятие? Потому что там особые благослужения будут идти. Я не знаю, но я бы Сергею мог посоветовать, что занятия причины такой нету. Нормально все, сделай занятие. И воскресенье занятие. Кому надо, те сходят. Кому не надо, придут. Понятно. Это не спасибо. Общее такое обязательно. Вот когда канон Андрея Крицкого, тут уже ну, желательно просто. А это, что она за... Служба-то немного отличается. О страданиях Христовых. Мы каждый день об этом говорим. Игнатий Тихонович, я вопрос хочу задать. Давай, Рахиль. Вот у нас батюшка это, к причастию призывает. И говорит, значит, как же мимо вот тела Христова и крови проходить? Как вы приходите и как вы мимо проходите? Ну, пусть он подтвердит это словами из Писания. Пусть мимо проходят. Что мимо проходит, не готов себя человек считать. 4 раза в году причащались всегда в России. А это приняли от Греции во время Великого Поста. И за это никакого наказания нету. А когда человек согрешал, его отлучали на десятилетия. Потому многие больные немало умирают, когда недостойно причащаются. Почему они считают об этом? Все кладбища больницы записаны, заполнены от частого причащения. Проходит мимо, вот философствует, стоит. Ну пусть прочитает хотя бы один раз, 1 Коринфянам. Человек не рассуждает о теле Господнем, а он рассуждать-то не научил. Тащит ну вот, а все. Если с рассуждением подходишь? Ну что с рассуждением-то, жизнь-то соответствует этому или нет? С рассуждением. Еще раз говорю, 4 раза, никогда по-другому не было. Те, которые не подчинились Никоновой реформе, они по сегодня так соблюдают. Сергий Радонежский, все остальные, все святые русские по 4 раза в году причащались, а тут хоть 4 раза на дню. Ну, безрассудство. Думают, вот пришли, спрашивают, сын запился, ну пусть придет причаститься, может перестанет пить. Тут безумие одно. Иоанн Златоуст говорит, если руки у тебя в навозе, в навозные руки, ты за ризу царство не возьмись, он тебя накажет или нет? Игнатий Тихонович, а я хотела спросить еще, вот 4 раза в год это по постам, да? Да, конечно. Иоанн Златоуст говорит, я же посылал вам материал всем, что не часто, не редко не одобряем, а готовность. А ты себе пощады ты не давай, ты увидишь, готов ты или не готов. А вот если перед смертью, вот вдруг причастился 3 месяца назад, а смерть тут пришла, и батюшка должен прийти и причастить обязательно, да? Желательно. Угу. От этого не зависит. Придумали так. Вот священник не проповедует всю жизнь. Совершенно не проповедует. Нормально. Но если его среди ночи позвали к умирающему, а он там может быть пьяница какой-то, но крещеный, ты батюшка не пошел, могут запретить служение. И вот так у нас тут был гонитель один, Рогов. Рогов, во времена, после революции это. Он подходит, стучит, батюшка, причащать надо. Он такой выходит, он попал в лес и сразу вешает его. Он истребил, наверное, 100 священников. А он открывает, потому что придумали вот такое. Если не причастил, то тебя под запрет или сан снимут. Главное рот зафиксировать, раскрыть ему и положить в рот. Все, спасся. До такого учения никогда ни один апостол не давал. Как жил, так и умер. Хорошо, конечно, причаститься, но от этого не зависит твое спасение. Жил ли ты со Христом? И на страшном суде Господь не спросит, успел ли причаститься за час до смерти. Этого нету нигде. И не было никогда. Спаси Христос. Это попы. Да. Это средство руководства людьми. Знаете, Игнатий, а вот по... Подожди. Да. Игнатий Тихонович, а вот хочу спросить, наш батюшка, там, наверное, богослова, он нам сказал в субботу, вот в эту, перед праздником Пасхи, в 22:30, там мы как бы в 9 часов читаем Деяния,
церкви, а потом в 22:30 причаститься как бы нашему приходу. Он там... У нас никогда и этого не было, не было никогда. Которые не успели во время поста, те могут причаститься. Ну, они сейчас причастием играют. Попы причастием играют. Самая страшная игра. А нет, я отлучу от причастия. Не так сказал. Это даже слова другого нету, как полное безумие. А вот иначе грехи не простятся. В причастии не прощаются. Такого нигде учения не было. Не будете иметь в себе жизни, то есть дохлые будете. И ничего это вам не даст. А только болеть будете. А что вы посоветуете тогда? Ну, я вам сказал, все, к этому ничего не добавляю. А, хорошо, ну, я понял. Ну, а если я, к примеру, все-таки пойду? Ну, если вот ты не причащался в этом посту, то не было времени, или в командировке был, с севера приехал, тогда, вот как батюшка сказал, так и сделайте. Может, пасхальную ночь. Но если причащался, вот мы все причащались. И у нас никто не будет по посту причащаться. Ну, это ничего такого страшного, как бы, нет, что если в субботу вечером. Вопрос в чем состоит? Охота причаститься? Ну куда? Ну как бы и вообще хотел бы посоветовать, что... Ну ты в этом посту причащался? Нет, я в этом посту не причащался. А почему бреешься? Блудодейную ересь распространяешь. Какое тебе причастие? Тебя как пса в храм запускать не надо. Тебя и хоронить нельзя на кладбище, а только отдельно где-то. Ну, причастники. Вот, да. Ты образ-то свой из чего исказил? Ну, на кого похож-то? Ну, открой, посмотри, Христос совершеннейший человек. Что, он без бороды был? И тут посмотри, у нас сколько приходит. Я никого. Виталий с бородой, Сергей Астахов, вижу, которые, ну, все, Рустам, Дмитрий тут. Все с бородами, даже на нашем содружестве. Он Василий с бородой сидит. Вас сейчас никак не собьешь, чтобы вы не брились-то. Остаешься прежний, а к причастию лезешь. Псы смердящие. Ну, я как бы не броюсь так вот. Да ладно, не надо. Недели две. Пока. Да разве это ответ? Года два пройдет, тогда к причастию, чтобы борода отросла. Давид их даже в земной Иерусалим не пустил. Что вы играете с этим? От борода ничего не значит. Главное, внутри сердца. Так это от сердца исходит. От избытка сердца, говорят, уста. Язык – это лопата, которая выбрасывает из ямы всю мерзость. Посмотри, какая борода у Никиты, а как красиво выглядит. Не приступай к причастию. Выбрось сегодня же весь все приборы. Скажи, чтобы тебе помог Сергей выбросить. Отрежь там шнур, если есть. Ну все, сразу думаешь, кто-то мешал, кто-то сказал. Блудодейная ересь. Блудодейная ересь. Не распространяй ее. Спасибо. Да, конечно. Я своего не ищу, а говорю, как есть. Причащайся, а сами пояс надень, чтобы тебе видно было, что христианин-то расхристанный. Так выясняется, что он еще и не крещеный, а к причастию лезет. Да не крещеный еще, действительно, мощеный лоб. К причастию лезет. Тебе соглашенными выходить надо. Слушай, ты как, в церкви крещеный, как? Из полного погружения же вы говорите, что это неправильное крещение. Как бы. А ну какое крещение, когда погружение нет? Слово крещение переводится погружение, тауфен. У нас немцы сидят, спроси, что означает? Баптизм. Понятно. Баптизм это, да, это полное погружение. Тоже об этом слышал. Вот сидят у нас немцы. Ныряют, погружаться. Хорошо, Игнатий Тихонович, а что вы тогда посоветуете? Мне что все, тогда, я советую только одно, то, что сам бы сделал-то. Бритву выбрось и года два не причащайся. Приготовься к крещению. Прими настоящее крещение и будь христианином. Надень пояс и никогда не снимай. За что было, попроси прощения у Бога. Ты не доверяйся слепцам. Когда ведут, оба упадут в яму. А яма – это ад. Оба. Они экономят, это нельзя так, иначе все разойдутся. Он думает о прибытке попа, а не о том, чтобы тебя спасти. И причастием играют. А я, не так, я тебя до причастия не допущу. А незаконное отлучение падает на него, он даже этого не знает. Считай второзаконие, 19 глава, 19 стих. Они Писание совершенно не знают.
Так, минутку, сейчас я... Говори. С миром. А почему Василий у двери сидит входной? Кто? У него обостренный слух, когда, и когда ему слишком громко, поэтому он подальше. У меня руку поранил, наверное, не приду. А у меня не хватает. Да. Мне надо поближе. Я всегда на первой парте сидел, он всегда на задней. Да, надо по... Так прямо около двери. Состояние души такое, его сюда не заманит. У меня занятия идут, прости, пожалуйста. Понятно. Вася, иди метку дам. Утром позвонишь, отвечу. Улыбает. Так. Это звонит Татьяна, старшая сестра. Чтобы завтра меня Сергей привез мыться. Я никогда на это не пойду. У меня рука, я боюсь мыльной, от мыльной воды, а там в мыле-то там и в соды, и все. У меня будет разъедать. А так я надел, замотал, и у меня чисто. И шевелится уже все. Вчера столько крови тут протекло. Это все для славы Божией. Вы себе пощады не давайте. Услышал один раз? Все. Вас как, Роман зовут? Вам не слышно, я говорю? Да не слышно, слышно. Просто его как бы вообще, как бы, ну, так вот, я вот, если так вот, ну, меня просто сказать, мне вообще, ну, я, ну, как бы, вообще не ходить в православную церковь тогда. А куда? Ну, а что, оно так и получается? Наоборот, ходи, не вылазь из церкви, стой и молись. При счастью, ну, невесть. Готовься. К крещению готовились от 3 до 5 лет. Они сейчас 15 минут не проводят. А у нас в университете мы подготавливали 500 часов. Подготовка была в Барнауле. 500! Во всем мире этого не было. Почему? Мы вошли в каноны. А они могут только лаять. Да. Спасибо Бог. Ты... Завтра будет другим. Сегодня, сейчас, вечером наведи порядок. Привяжи пояс. Каждый день читай Евангелие. Не пропускай богослужения, ходи. А где оглашенные, зайдите, выйди в притвор или где-нибудь там скройся. И ты увидишь, как с тебя эта шкура, эта змеиная, сползать начнет. Вопрос. Давай, Виталий. Знаешь, вот... О причастии. Вот очень часто видишь такую картину уже в середине службы или под конец. Запыхавшиеся мамочки, там папочки с грудными детишками забегают и потом несут их причащаться. И это, ну, буквально каждую службу такое видишь. И вот такой вопрос. То есть если они недостойно причащают своего ребенка, на него вот это распространяется, вот эта смерть причастия, нет? Никто не знает этого. Это все невидимое. А родители за это ответят. Ты у нас был в Потеряевке? Ну, был. Но ты считал, Максим Степаненко, что пишет? Я, говорю, понять не могу, как так. Ребенок грудной и за всю службу ни разу не заплакал. Один раз только писнул и все. Как они его зазомбировать могли так, ребенка? Ты же слышал, видел. Ну да, да, дисциплина. Дисциплина какая? Где богослужение, в это время выводят, с детьми позанимаются, опять заходят, как у нас. Они ничего не делают. Они могут только лаять на нас. И за это они понесут наказание в этих же детях. А что ребенка? Они причащали. Ребенок-то при чем? На Украине там упал какой-то из окна, и отпевать не стали. И мне звонят, что делать? Да ничего, поп дурит. А он... Патриарх такому там крестился у Филарета. Да и ребенок что знает? Он убился по вашей небрежности. Ему пришли отпевать, а он там начинает выкобениваться. Безобразники. Не, я к тому, что вот, например, родитель приготовился причать ребенка, ему надо там, ну, правила вычитывать, вот эти, да, вот. Не надо никаких правил. Даже взрослые это не считают. Это у нас считают. И то не всегда. Не надо. Надо жить все время в этих правилах. Если родители неверующие, ребенка не крестить не надо, не причащать. Об этом Смирнов Дмитрий говорит хорошо. Да это, как кажется, Ткачева. Все они уже понимать начинают. И Осипов прямо об этом говорит. Крестить ребенка только там, где оба родители в полноте верующие, настоящие. Тогда все на месте стоит. А так, все это пустое.
Так, ну все, наверное. Игнатий Тихонович, а вот еще вопрос. А вот исповедоваться, вот как бы, вот он просто, я сейчас понял, не договорил. Он, наш священник, он сказал 22:30 в субботу на исповедь и причаститесь вот на исповедь. Вот, а мне идти на исповедь? На исповедь нет. Можно сходить любому с улицы, любому цыгану. Называется «принести покаяние». 51-й канон апостольский гласит, если священник не примет, с него сан снимается. Сходить, сходи, и на этом успокойся. Не лезь, хотя бы 4 раза в год, если сходишь, это уже хорошо. Но не причащайся. Вы это все подбиваетесь к тому, но он же просил, поэтому идешь к причастию. Вы не хитрите, это мне очень понятно. Сказали, другой раз уже не спрашивай. Сходил? А вот еще... Грехи-то прощаются как раз в исповеди. Да. А вот, ну, вы говорите, что вот как бы какой бы он ни был, да, священник, у него как бы, ну, вот эта вот власть дана, что вот, как бы, прощать грехи, да? Если ему 30 лет нету, не подходить. Он недействительный. Если он моложе 30 лет, рукоположен. Это первое. Второе. Если ты знаешь, он пьет или что-то, не ходи к нему. А бывают еще страшнее грехи, как он Андрей Кураев описывал. Голубое лобби. Ты близко к нему не подходи. А как я узнаю это? Ну, не знаешь, тогда и не надо знать вам. Я вам говорю, что бывает, все знают, только один не знает. И вот так видно, кто он. Пьяного вытаскивают. Сколько в интернете, посмотри, что они делают. И избивают людей, на машине давят. Он убийца. Он должен стоять за пределами храма. Сан сразу снимается с него. Навсегда. Ты нормальный вообще-то человек-то? Ты нигде на учете не стоишь? Да нет. Ну так держись за это, а то Бог отнимет разум. Когда люди начинают кривиться, вот это, слышали и не делать, Господь по полной шкале им отпускает тогда. Они делаются сумасшедшими. Бес ищет, находит незанятое и вселяется, всем берет, более злейших даже. Сходил на исповедь? Понял, готовься к крещению. В Барнауле есть священники, которые моченых крестят. Мы сколько лет добивались, наконец нашли такого. Сергей там вот подскажет, наш, когда надо. В нашем храме можно креститься с полным погружением. Но подготовьтесь. Подготовка у вас должна быть не меньше года. Вы, я уже понял, если вы уже это вкусили, у вас будет только к причастию. Все вопросы к этому. А кого ты слушаешь там, какого-то там еретика на меня зовут, псевдоправославные. И вы будете думать, что я задавал вопросы, зачем, когда я могу каждый день причащаться. Я знаю дальнейшее, как это может быть, если ты не раскаешься, что ты уже причащался. В этом надо просить прощения. Не готовы, не настоящее крещение. И все наоборот. Бритые лезете. Куда лезете-то? Давид говорит, идите в Иерихон, пока бороды не отрастут. А Давид кто? Иисус, сын Давидов. Давидов, не Авраамов. Никакой пощады не давай себе, никогда. Как Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою. А самая большая битва принадлежит нам после смерти, на мытарствах. А там будет вопрос, неужели никто тебе не сказал? До сегодняшнего вечера не говорили. Я тебе сказал, не подходи. Приготовься к крещению, чтобы был понял. С бородой, посты все соблюдай. За последние 5 лет посты нарушал? Я их не соблюдал. Ну а куда же лезешь тогда? Если пост не соблюдаешь, то по физиономии, я так почему спросил, это видно. Среду, пятницу нарушал, на 2 года отлучается от храма, от церкви. Я не соблюдал. А почему не соблюдал? Утроба не сытая. Не, ну я как бы, я и не, как бы, вот, вообще до этого я к православию даже далекое как бы имел. Ну я перед вами живой человек. Я лежал в больнице, был в тюрьме, в лагере, в армии, нигде не нарушал. Ни разу. А почему страх Божий был? У вас страха-то Божия нет. Ну вот я ваши ролики посмотрел, вы правильную мысль такую сказали мне, что как бы даже я в баптизм там больше, как бы, ну вот вы говорите, проповедник Алексей, вот я, наверное, мой брат того одного имею в виду. Я его тоже как бы, ну тоже он мне как бы... Так, все, расстаемся, так. Время прошло, тут ко мне уже 42 минуты. Так, все, пока. Давайте.